Вот. Всем привет, дорогие друзьяшки. Всем привет. С вами, как обычно, Вуди. Ой, ну да, и Москаль Москаль. Москаль Вуди. Энтер сломал руку. Скорейшего ему выздоровления. Ну и приветствуем вас на результатах и на обзоре варкапа под номером 210. Проходил он с 1 сентября по 8. Стало быть, все, кто пошел в школу, заняли плохие места. И поэтому посмотрим, кто тогда пошел в школу. Так что, не знаю, вот даже давай тогда. Ты играл? Я? Ну, так, чисто часик побегал и все. Ну, ты ее знаешь. Ладно, тогда я буду делать, давай, первый проход чинский. Потому что я ее, может быть, и играл, но это было слишком давно. Так. Мы появляемся без всего, карта, по-моему, Strafe. По-моему, она как-то там каким-то образом завязана на кнопках. Первое, что бросается в глаза, это широкий пад, большое пространство. Значит, здесь можно сделать переджамп. Делать я его, конечно же, сейчас не буду, потому что можно просто пропрыгать. В принципе, пады пролетелись очень даже быстро. Ну, точнее, очень даже легко. Никаких тут сложностей нету. Все, в принципе, логично. Никаких ответвлений тоже нету по карте. Тут у нас, я думаю, вода. Это значит, мы там когда-то окажемся. Геймплей. Тут геймплей. Так, и вот нам намекает, как бы, перчаточка, мол, достань-ка свою перчаточку и дай-ка мне, говорит, этого самого, ну, вот этого, так, тыщ, сделай. Подбрасывает нас перчатка, тут на следующую, это подбросит, очевидно, сюда, и в дырочку мы попадем. Так, при этом ловим моб. Нет, не ловим. Или... О, или ловим. Нет, не ловим. Значит, это были два рандомных оба. А если потолка коснуться? Попробую в самый верх кнопки. Нет. Нет, не ловим. Это рандомные были, да. Так, что у нас тут? У нас, значит, очень хороший момент, что вот тут вот есть клип. Значит, это не будет нам особо мешать. Надо делать вниз оп, судя по всему, так как там Джей. И... А куда залетать? Вот сюда, что ли, да? Ну, посмотри наверх. Там вода у тебя есть и два падика. Ну, вода, так я... По прыжку-то я туда прыгну, если... Прыгни. Ну, прыгни просто. Увидишь. Ну, прыгни. Не-не-не. А, в уголок, где красный. Прыгни. А, понял. Спасибо. Так. Гад. Окей. Прыгаем сюда. А, с плазмоджампом я выравниваю, значит, под пад. Значит, все логично. Так. Попадаем на пад. Но я подозреваю, что в ЦПМ здесь можно сделать даблджамп сюда. Ну ладно, я просто признаю, что я... Упа. Вода такая, да. Тонкая. Тонкая какая. Шутки надо мной шутить, знаешь. Так, тихонечко забираемся. Никуда не спешим. Ух, еле залетел. Идем. Здесь все хорошо. Дают нам машинган. Патроны. Нет, патроны, да. Да, не дают сам машинган. Дают машинган вот здесь. А, там что? Так, тут у нас... Зеркально. Дырочка. Ну, зеркально, ну, две да, эти. Да. Все. С этим разобрались. Дали нам машинган, дали нам 5 патронов. И... Опа. Живая... Пол. Живая пол. Цитата. Ну да, вот я помню, собственно, что можно по ним стрелять. Но как вот до этого должен догадаться чел, по идее? Я даже... Ну, в смысле, видно же, платформа вверх поднимается. Я сразу догадался. Ну, типа, блин, разве не очевидно, нет? Ну, нет, не особо. Не знаю, он бы показал как-то, что ли. Ну, хотя, ну, дают машин. Он показал. Же. Понятно, да. Что да. Что-то, возможно, и будет. Ну, ладно. Так. Здесь мы без проблем, в принципе, прошли. Я думаю, что тут тоже такой момент, если на скорости проходить, то нужно как-то по-особенному стрелять в эти платформы. Ну, я думаю, знающие справились. Так, здесь у нас просто лесенки быстрые. Стрейфим. Прикольные, кстати, модельки в стеклах, вот я сразу заметил. Очень прикольные модельки. Визор. Это мейджор. И еще один визор. Троечка стоят, советские дефрайеры. Так, и тут у нас
Да, тут у нас слик, можно прыгать поверху, но не знаю, какой там смысл. Это Никакого. никакого, да. Ну, это скорее просто дизайн, там Ютун наделал себе. Здесь у нас спадик, скорее всего, для сокращения пути стрейфа. Падаем дальше вниз. И это да, cheats are enabled. Значит, я прошел карту. И какая-то дырка есть. А что это? Смотри. Она юзали? А, оттуда. Че, в смысле, подожди-ка. Ну посмотри на клипом. А то плазминка летит, да? Нет, посмотри. No clip. Что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Сиськи, что ли, там? Что же там? Что же? Это старт. Да ладно! Все. Офигеть. Ну прикольно, да. Вот это прикольно сделано. Еще так типа это. А сисек тут нету, к сожалению, да. Ну, можно воображаемое нарисовать, ничего страшного. А, да, и вот это вот, типа. Да, нифига он замутил. Ну, достаточно интересно. Я думаю, для изучения ее особо много времени не потребуется. И она такая, ну вот я прошел. В принципе, вот единственный момент с плазминкой и с машинганом. Два момента и все. Остальное, мне кажется, фигня. Роутов тут особо как бы не придумаешь. При всем желании. Поэтому давай, Москаль, покажи, что тут есть еще интересного, что я явно забыть не успел Так, показать. ну, что касается старта, Буди сказал, что пад достаточно большой, тут можно делать такой прижим. Ну, это такой условный, на самом деле, сейчас я просто покажу, как примерно, ну, средний игрок проходит карту. Так, я врезался, тут надо делать дабл джамп. Я просто не буду сейчас этим заниматься, короче, в идеале здесь можно делать минус прыг. То есть, прижим делать не с одним прыжком, а с двумя. И так, ну, гораздо скорости больше будет, тут у нас, ну, по 1200 здесь получается. Если же у нас не получается сделать минус прыг, можно прыгнуть, ну, не выходить на прыжок сюда, а прыгнуть сюда и сделать вот здесь дабл джамп. Это если у вас скорости меньше. Вот. Ну, в принципе, про этот момент все. Вот стопадик у нас 64, а это какая у нас? А, тоже 64. Короче, такие проблемные падики, в них можно вот так вот врезаться. Ну, прыжок может не сработать просто. Так, тут у нас стрейф, большая скорость. Ну, как говорил Вуди, у нас такие вот кнопки. Надо в полете заранее себя направлять вот так вот. Так, где тут у нас? Ага, направо. Вот. В принципе, по этим кнопкам все. Просто заранее себя, ну, направлять. Не ждать, пока долететь до стены, а стрейфить. Так, тут у нас overbalance был. Но также сразу обращаю внимание на эту штучку. Тут можно сделать double jump и долететь вот сюда, не тратя время на overbalance. Ну, тут, в принципе, мне неудобно под эту руку делать. Сейчас. Ну, короче, еще вот это мешается. Тут, в общем, такой момент. Ну, надо облететь. Но, в принципе, это, если придрочиться, тут не так трудно сделать. Ну да, выглядит несложно, в принципе, так что Для опытных игроков. такой момент. Так, ну тут можно. Так, делаем overbalance. Так, и сразу с overbalance можно. А, тут в другом. Сейчас, в другом месте вода. Секунду. Так, у нас вода слева, значит, мы прыгаем. Оп. Вот это вот вкутришный вариант. Сейчас, еще раз. Что такое? Давай, родной. Давай, плыви, москаль, давай. Сергей Дмитриевич, выживи, выживай, выживай, это В общем, жизнь. да, это в Q3 путь сразу на воду. То есть не тратить время, не забираемся сюда, сразу в воду и плывем. Также хочу обратить ваше внимание сразу на такую вещь. Вот смотрите, сейчас я вот так сделаю. Сейчас, где тут? А, включи оп-детектор. Сейчас. Блин, или не здесь? Подожди. Чё, эти кривые, что ли? Сейчас. Во, видишь, Джей сгорелся? Ну. Джи. Смотри, сейчас покажу. Секунду. Ты, наверное, догадался, да, про эту штуку? Во! Короче, маппер зачем-то сделал вот здесь вот такие микроуступчики. Возможно, для того, чтобы как бы увеличить высоту заступа. То есть мы прыгаем, и если мы бы не допрыгнули, нам вот эти штучки, вот маленькие, видишь, я где стою, нам бы помогли. И они здесь, по-моему, еще вот в воде есть. Точно. Это там нету, а вот в воде есть. Не знаю, зачем в воде сделано. Ну, а вот здесь, в принципе, ну, вот. Ну это и тон молодец. Ну, это, не знаю, не такое. Для ВК3 больше, мне кажется. Ну В это общем. он, ну он сам ВК3шник, естественно, он все предусмотрел, и я думаю, что нужно ему выразить за данный О, мув еще, да, смотри, я хочу обратить внимание, что респектулю. если мы подходим близко к стене, мы тут не можем пройти.
Ну, это такой небольшой косяк маппера. Ну, сразу. Обращаю внимание. Так, стоп. А здесь мы видим у нас стик-джамп. Вот. При прыжке мы выходим на стик по стопу, поэтому можно... Ну, короче, можно выйти на оп здесь. Сейчас. Ну, короче... Ну, можно. Это, в принципе, будет считаться стабильным обом. То есть мы с плоской поверхности на плоскую. Честно, я не помню, как его делать. По-моему, как-то прыгнуть надо, тебя как-то отпихнет и получится вербаунс. Ну, в общем, в принципе, это юзабельно и дает, ну, по итогу очень много. Вот на этой прямой длинной у тебя сразу плюс 200 тут скорости. Ну, плюс 150. Вот это такой важный момент. Кстати говоря, вот эти патроны можно не брать, потому что у нас машинган дается, вот, машинган. Сразу... 200 типа, сразу, ага. Ну, ну, типа... ну, понятно. Ну, 5, короче, да, даю? Да, да, да. А чё? А, у меня, короче, это... Ну, не суть. Неважно. Бинды. Короче, дойдут 5 патронов. А, все, в принципе, про это место. То есть можно смотреть, как проходить. Можно отсюда даже дойти сразу сюда. Ну, при определенном спейсинге. Либо вот так вот сюда. Тут, в принципе, неважно. Как повезет вам. Дальше, тут как проходит это место. Вот. То есть нам не обязательно стрелять на каждом прыжке вот так под себя. Вот, можно прыгнуть. Упасть вниз. Вот, и на последнем прыгнуть, чтобы как бы не отвлекаться на эти выстрелы. Uh-huh. Это тоже такой важный момент, ну, если хороший рек хотеть поставить. Так, опять у нас такой еще один важный момент. Мы забираемся по этой лестнике почти мгновенно. То есть она у нас такая, так сказать, заступная лестница. Ну, короче, она очень, смотрите, оп, сразу здесь. И тут надо не терять времени, здесь сразу делать циркл джамп сюда, вот так вот. И набирать скорость по прямой. Так. Здесь еще важный момент. Смотрите, у нас как бы, казалось бы, да, две зеркальные абсолютно одинаковые дорожки, но правая дорожка лучше. Сейчас объясню, почему. Смотрите, у нас вот здесь вот, вот здесь спускаемся, вот, вот тут у нас, вот, слик здесь, сейчас. Как бы это попроще. Короче, нам надо туда. И если мы будем двигаться по этой дорожке, нам очень сложно будет вот так вот завернуть. А если мы будем двигаться по этой дорожке, вот нам проще вот так вот завернуть гораздо. Это может, ну, даст. Тут мы никак, ну, смотрите, тут прям жесть, расстояние. Вот, оп, и резко сразу сюда. Ну, это сложнее гораздо, чем вот так вот. Ну, видно, да, это наглядно. Ну, это очевидно, да. В принципе, про этот момент тоже все. Ну, если вы идете по этой дорожке, вы можете засликать сюда, прыгнуть здесь, ну, и пролететь так насквозь, не огибая вот так вот в сторону. Но это медленнее в итоге будет, конечно же, чем вот если по левой, по правой стороне идти. Uh-huh. Да, по правой. Тут у нас падики. Ну, так, падики, уступы. Падаем вниз. Тут у нас рампа. И финиш. А, и там наверху, кстати, тут килл. Нет, не килл. Вот эта рампа тоже важна. В нее на большей скорости желательно удариться. Ну да. Ну, чтобы она быстрее вас кинула вниз. Чтобы вертикальная скорость была максимальной. Так, тут мы, кстати, не скатываемся. Почти 45 градусов, но не скатываемся. Ну ладно. Так, ну, в принципе, все, бьемся об рампу, тут прыгаем, заворачиваем и долетаем. Идеально. Очень хорошая карта. В принципе, все, финиш у нас примерно, по-моему, здесь. Я не знаю, я не финиш. Кстати, сейчас, стоп. Где у нас старт? Че? Он мне не дал финишировать? А, фу, вот где финиш. Подальше. То есть надо еще прыгнуть здесь, если вы прям впритык долетаете, не расслабляйтесь. Вот. Все. В принципе, я все рассказал по поводу... Ну, по прижам тут... Ну, тут несколько видов прижампов, тут кому как удобно, на самом деле. Но главный итог надо делать, короче, минус прыг здесь. Вот. Ну, все. Думаю, в демках, я думаю, увидим мы. Да. Все эти мувы интересные. Поэтому в принципе, давай... все, да. Да, давай к ним и перейдем. Ну, карта такая, тут рассказывать особо нечего. Тут рассказывать много и не нужно. Так. Ну, про ВК-3 мы ничего не сказали. Она ВК-3, по-моему, очень прямая. Прям вообще особо никаких расхождений там нету. Никаких. Все по прямой тупо. Ну, сейчас и посмотрим. Так, ты готов? Да. Римыч 1.15. Play. Из России. Матушки нашей. Так, Римыч, что ты нам покажешь? Условный приджамп у Кутри. Стрейфик достаточно неплохой. Не заскимил угол. Второй угол не заскимил.
Уважение минус сразу прям. Да, с Кимо наше все. Ну как бы он вроде хотел, но... Ну кнопки хорошо сделал. Кнопки, да, неплохо. Ой, до воды долетел, красавчик. Е. Остановился, подождал. Так. Ну как-то вот, не знаю, может быть у него было мало времени, может быть как-то... Ну просто карта не особо понравилась. Причин на самом деле может быть много, но все равно большой молодец, что отправил. В принципе, прошел, ну проходит пока что достаточно чисто, никаких особых косяков нету. Ну естественно, надо все подтягивать. Ну вот в конце косяк. Ну вот в конце, да. Ну блин, ну Римыч, ну что ты делаешь? И на старте косяк ты такой, ты прям два угла собрал, хоть бы старт исправил. Ладно, не последний в онлайне, ладно, молодец. Гимрок на 2 секунды, на полторы точнее, перебил Римыча из Белоруссии. Плей. 1.13.5 у него. Белораша. Ну-ка, откомментируй ее полностью, ну-ка. Ну-ка, прям вот, вот прям жестко давай. Граунд буст, граунд фрейм такой неплохой. Начало быстрее гораздо, хоть и врезался опять в этот падик, но... Прям видно, что чуть побыстрее. Но он не терял, да, свою скорость. По крайней мере, как это делал Римыч. Потому что Римыч-то прямо стопился совсем. Дырясь. Кнопки тоже хорошо сделал. Ну, ковербаунд залетит на воду? Да, на воду залетел. Но в воде, конечно, долго проплавал. Прям... Чё-то он... И тут ждал долго, прыгая в кишку. Ну, будем называть это кишкой место. Ну, он, блин, там все равно вот эти по этим квадратикам я бы тоже зассал, на самом деле. Быстро прыгать. Особенно если ты неопытный. Ой, потерял от кнопки еще, когда стрелял у нее 200 люпсов. Давай, в конце что-то боялся скорость набирать. Так, подсбросил еле-еле. Давай, Гимрок, я верю в тебя. Давай, Гимрок! Ну, конец такое, врезался. Но по итогу-то побыстрее, чем у Римыча достаточно. В 3, наверное, даже лучше по левой стороне, потому что там напрямик можно и прыгнуть просто в эту дырку, не обязательно там даже заворачивать. Ну да, если, да. Ну, для новичков это гораздо проще, я не знаю, как там в топе делали, но у новичков лучше через левую часть. Ну, кет в топе, я думаю, обязательно посмотрим. Так, на 6 секунд Декус из России, 1.78 плей. 1.784. Да, подавляющее большинство россиян на капе. Да. Вот просто вот какое-то подобие преджампа, кстати, получился. О, неплохо. Завернул прям идеально. Еще халфбитом там поддал со жарку. Я затормозил, чтобы не врезаться специально. Неплохо. Да, это молодец. Спейсинг пытается подравнивать, это хороший показатель. Кнопки, по-моему, еще чуть получше. Так. Оп, сразу. Ой, не делал воду. Нет, не делал. Но зато на этот хорошо залетел на квадратик. Но тоже долго ждал зачем-то. Ну типа такой, надо собраться морально вообще-то. Вообще-то. Ты такой умный, блин, сидит там. Я тут вообще-то карту прохожу, да? Да, да, ты тут такой это. Ну а чё? Чё? Мы смотрим демки, чё? Чё надо? Самое. Ничего. Ой, в конце зачем-то обошел эту статую. Ну, чтобы спейсинг был получше, диагональный в левую сторону, нет? Нет, он по центру прыгал. Не использует слик... А, кстати, это умно. Вполне. Ну да, типа, why not? Как бы все равно скорость на слике особо не быстрее растет. Ну да. Ну, в ИК-3, по крайней мере. Так, Икарус. Советский Юнион, собственно, как всегда. Темная лошадочка Икарус этот, я тебе скажу. Есть у тебя какая-то информация дополнительная с прошлого обзора? Целая неделя прошла, у тебя есть инфа какая-то? У меня? Да. Целая неделя? Да нет, никакой инфы, откуда? Я же это... Новенький. Новенький? Новенький. Ну ладно, тогда да. Давай его просто посмотрим. На 2.7 быстрее, чем Декус, Совет Ньюнион и Карус Лэй. Кстати, вот интересный момент, то что он играет в обе физики, как я понял. А это я тебе модель Хантер. Ну я просто его хотел похвалить, но передумал.
Milky Way, сервер, Млечный Путь, вот это все. Ну, начало плохое. Что-то он тормозил долго. Без граундфрейма делал. Ты как будто притворяется, что играть не умеет. И на воду не залетал. А-а-а. Такой звук, да. Мне тоже понравилось. Из воды вылазит. Такая прям, а, классно. Хантер. Надо будет поиграть с этой моделькой. Да. Кстати, есть моделька без одежды. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Что сделал в конце? Ой, да. Ну, идет на левую сторону, молодец. Сейчас должен напрямик пролететь, да? Как я предполагал. Верно. Да, красавчик, да. Да, вот ну, так ну то, что ты пошел налево, твоя девушка не одобрит, братан. Хотя твоя девушка дефраг, скорее всего, так его что... Его и... моя ли его вообще девушка? Ну... Моя. Твоя, да. Которой нет, да. Хулиган, кстати, хулиган перебил Икаруса. Темную лошадку перебить, это святое. Считай, зафреймил на такой большой карте. Да, зафреймил, это просто чудо. 150 сделал. На 150 сделал быстрее хулиган. Давай посмотрим. Полей. Xili Gen. Так, уже смотри, такой перчаткой, такой боевой. Сейчас горит, покажу вам игру тут. Ну-ка. Так, пока все неплохо. Прыгает, скачет. Смотри, ну, гри... смотри. Сначала без Вокутрин, Вокутрин да без Врезани не проходить, мне кажется, вот эти патики. Ну да, там надо более так четко спейсинг подравнивать. Ну, не знаю, может быть, он особо и не парился. Сразу попадал в воду. Перчатка стрибучит. Это от тольяттинских, видать, подхватил. От тольяттинских. От тольяттинцев. Тольячи. Или как вас там? Кианекс, напиши в комментариях. Ой, врезался от кнопки. Ой-ой-ой. Да, потерял 200 упсов. Это, кстати, вот, кстати, 200 упсов. Еще врезался. Сколько вот 200 упсов вот на такой дистанции? Сколько ему дало бы времени? На такой короткой? Ну, где-то 300-400. Вот. Ребята, чувствуете, да? О. Целых 200 упсов. Точнее, всего 200 упсов, по идее, казалось бы. А урезает вам 200-300, а то и больше. Так что задумайтесь в следующий раз над своим поведением, уважаемые. Монстрик перебил хулигана Xili Gen на сколько? Что-то я затупил. На 7 на секунд. 7. Да. Ну, на 6 и чуть с чем-то. Меньше, да. На 6,7. Лей. Ну, кстати, вот первая демка пошла из минуты. И исходя из такого разрыва в несколько секунд, я подозреваю, что сейчас монстрик пройдет более как бы ровно. Более чисто. О, неплохо. Ой, красавчик. Вот я говорю, так оно проходило. Молодец. О, монстрик просто... Крейгазм просто. Какой ты молодец. И на воду. Молодец. Ой, на воде затопил. Ой, не спойлери, надо попозже тебе говорить. А чё у тебя там? Я торможу. Вот, все, сейчас. Сейчас мне в кишке он. Ну вот у меня сейчас в кишке. Почему кишка коричневая? Почему Ютун так решил? Срезал угол там у Шингана, вот это красава, вот это красава, считай, не засал и срезал, и скорости не потерял, правда тут немножко затупил, конечно, но так подошел просто тихонечко, чтобы наверняка сделать серкл, и вот Слик какой-то нервный, ну да, возможно хороший плюс, ой-ой-ой-ой, как... Я залетел хорошо через пад. Прям вообще, вот это он залетел, слушай, монстрик, ты не продолжаешь удивлять. Прошла целая неделя, ты так в скиле подрос. А, не, подожди-ка, он же чуть ли не выиграл там мультикап же. Не-не-не, монстрик, короче, что-то ты не старсил лучше, что это такое? Фига ты. Типа, нормально. Прошел, значит, выиграл мультикап, он топовое же место какое-то занял, по-моему. По-моему, второе, нет. Вот. А тут присылает, смотри-ка, что. Стрейф монстрик, это основа, тебе ли не знать, товарищ? 667, стало быть 667 из Польши, возможно это Демонора, возможно нет, а может все это квартет. Был бы Демонор, был бы на последнем месте, суппорт и демка на 3 минуты. Возможно. Так, 667 из Польши, лей. Competition Realm 667.
.com, я не буду туда заходить, вдруг мне баннер потом влепит какой-нибудь с порнушкой. О, неплохо, близко к углу. Да, такой. А, я врезался. Ну, было все достаточно неплохо. Начиналось, по крайней мере. Кнопки, кажется, медленно получились. О, перед кишкой не тупил особо. Ну как Хантер все-таки стонет, когда из воды, да, такая? Такая, ух. Обнять хочется сразу. Да нет, на самом деле, мне пофиг. О, юзал пады. Кстати, и, кстати, набрал 900 скорости. Пока что это самая высокая скорость здесь. И сразу делал Circle. Максимально сразу. Это тоже очень много ему плюса дало. Ну, слик уже получше. Да, и тоже залетел сразу. Слик намного эффективнее получился. Намного такой... Пока еще ни один игрок в рампу не ударился на такой скорости. Ну, то есть он пролетел ее. Но, тем не менее, вот этого было достаточно, чтобы уже занять. Раз, два, три, четыре, пять... Вышел 67 из Польши погулять. Бак на минуту перевел. Ой, нифига. Прикинь, в минус прошел. Бак из Канады 56,2 перебил на секунду. Плей. Так. Целую секунду, Бак. Где же ты ее урвал? Я подозреваю, что где-то вот здесь. Интересно, через бок сделал. Да. Я думал об этом. Но все равно, блин, мне очень интересно топовую демку посмотреть. Насколько все должно быть завязано фреймово именно. Потому что много поворотов, много всяких. О, воду таких. Хорошо прошел, так подсрезал в уголочек воды. Я думаю, что у Кета там экстремальное что-то должно быть. Ой, перелетел. Ее, хорош. Так. Ну-ка, и тут в конце. Тоже почти вот сразу. По зонам, конечно, такое. Ну, по зонам в Q3 ты чё сейчас, на бага ещё будешь тут? Кет без я зон на... прыгает, ты чё ты? Я на всех буду, я обзор делаю. А я чё тут делаю-то? Я не знаю. Давай дальше. Баг, you are okay. You are okay, баг. I told you. О, игл. Игл, да ладно, игл. Это, короче, старичок, прям вообще такой старикан, старикашечка. Это из какой-то сказки было. Таракан-таракашечка, старикан-старикашечка. 54,2, занимает третье место. Поздравляем тебя, Игл, большой-большой молодец. Я надеюсь, что ты камбэкнешься, и мы с тобой подружимся. А может и нет. На 2 секунды перебил бага. Лэй. Итак. Уже близко к топу, таймы пошли. Да, P900 игл, да, если кто мало, я не знаю. P900? Да. А там еще кто-то живой еще есть, кроме него? Казамет. Да вообще, P900 классный клан, самый топовый. Игл, привет, братишка, ты меня, скорее всего, не знаешь, что я знаю тебя. Подобрал спейсинг хорошо. Да, красавец. Очень хороший спейсинг был. Все, пока что все, абсолютно без запиночек. Ну, 2 секунды срезал от бага, блин. Вода тоже достаточно быстро. Сразу тут везде все прыгает. Ну вот он, вот они. Папские игры, вот они. Тут тоже хорошо срезал. Смашной тут все застрейфил. На 900 поднялся. Тут сразу серкал. Какой ты молодец. Даже по зону лучше, чем баг чуть-чуть. Ну он и опытнее игл. Хотя вряд ли он знает зоны. Или, может быть, он тоже вместе с Лунтиком сидели, конспектировали, считая эти самые обзоры. Эти, как их? Обменивались конспектами. Да-да, типа, блин, там Вуди, короче, уже выпустил пророки. Дай списать за стрейф, плиз, а то я не успел. 53,5 на 700 перебил рекрут Игла. Собственно, показывает, что можно быть и стариканом, но если поддерживать форму, можно вообще-то и неплохо топ-2 брать, говорит рекрут Иглу. А Игл такой, окей. И, собственно, давай посмотрим плей. Я надеюсь, Сигал не обидится за то, что я стариканом называю. Ну, советский дефрагер, блин, это... Он вроде, наверное, нянчил там.
Типа, знаешь, Игла позовешь на стриму такой и начинает рассказывать. Ну, я помню, вроде вот такой был. Да, через Бог, в принципе, очень, кстати, очень даже ничего получилось у него. Так, кнопки. Все достаточно хорошо. Оп, сразу в воду. Вода чуть-чуть медленнее, по-моему, чем у Иглы получилось. И в целом вот эти прыжки до кишки. Овербаунс! Да, сделал овербаунс. Ты смотри, а. Но в кишке он был медленнее, чем Игл. Где-то на сотку. И здесь тоже медленно. Но он где-то, ну, моментами, то есть где-то медленнее сделал, где-то быстрее. А, в конце почти долетел до рампы, но не долетел. Да, нужно было стараться немножко и лучше. И ударил, он ударился в конце. Ударился, да. Да, отлично. Но нужно было стараться немного лучше. В любом случае, поздравляем тебя, рекрут, с топ-2 результатом. И топ-1 это Кет из Венгрии, 52.1, перебил почти на 1.5 секунды, плей. Хенгри, Сия Кет, Watch, вот это все. Ну, начало стандартное, по такой же траектории. Угу. Кстати, Минкс, по-моему, тоже из воды визжит неплохо так. Крякает. Ну, сейчас послушаем. Так. Неплохо. По скорости перед кнопками. Так, вода. Вода отличная вообще. Да, по-моему. И здесь тоже все очень быстро пропрыгал. Занервничал даже, по-моему, немножко. Срезал этот угол. Так. Чё он пилу жмёт? Нормально. Так, здесь скорость очень хорошая. И долетит? Да, долетел. Да, долетел. Красавчик. Просто красавчик. Вот этот минус прыг ему, скорее всего, все и дал. И врежется в рампу. 1600. Да, почему? О, ну это... О, до свидания просто. Просто Кет, я не знаю, красавчик. Я потом покажу, естественно, результаты онлайна. А пока перейдем к ЦПМ. И Лунтик, по традиции, наконец-то. Ну просто, ну смотри, вот, где есть пушки, Лунтик не последний. И я думаю, это хороший знак. Астрей всегда можно успеть подтянуть. Но лучше с этим не особо затягивать. Не особо, Лунтик. Минута 24. Лунтик из России. Лей. Но если ни разу не пойдет, уже хорошо будет. Мне кажется, мы не увидим такого счастья. Ну, типа приджам хотел сделать, но вроде неплохо. Ну да, не, получилось нормально. Ой, что-то наврезался. Ничего страшного. Главное, что пока что нету особых, как бы, прямо критичных помарок прохождения. Зачем перед кнопками остановился? Залетал не на воду, еще подождал перед ней. Ну, нет, ты извини меня, Лунтик не самый опытный чувак. Если он подождал, но сделал это с первого раза, он собрался, он в голове представил, что ему нужно сделать, он четко понял, что ему нужно сейчас сделать. А, и он это сделал, это очень хорошо. Так что не надо слишком-то уж критично к Лунтику. Лунтик молодец. Слышал. Сейчас, чего он ждет? Типа такой, ой, а чё я не поднялся? Он как будто первый раз карту проходит, лол. Да? Да. Так сервер тайм 11 минут. Ну вот тот не старается. Ну стараться лучше надо, Лунтик. И врезался еще. И с ликой двумя кнопками. Еще в конце зацепился рампингом. Ой-ой-ой, Лунтик. Еще в конце, наверное, не долетит. А, долетел. Заступом, по-моему, даже. Ну нет, там не заступом. Я показал. Нет? Ну, по-моему, чуть-чуть там, не? Ну, может, совсем чуть-чуть. Дарт. Неоэдик. Да. Наш, так сказать, новичок. Да. Молодежки. Который сейчас очень много, ну, не очень много, ну, может, и очень много, мапить начинает. И это очень хорошо, потому что мапперы нам скоро для дефрага 2.0 очень перегодятся. Поэтому на 7 секунд перебил Лунтика, давай посмотрим, где. Play. Ну, посмотрим. Ну, Пэджам похуже, чем Лунтик, вроде как. Да, похуже. Лунтик в этом смысле молодец. Но он зато не врезался. Об эти пайды. Уже хорошо. Кнопку не с первого раза сделал.
странно. Зачем он два раза одну и ту же кнопку пилил? Ну ладно. Тоже собирался, как будто, блин, последний бой перед этим прыжком. Ну, я говорю, там, как бы такой патроны, момент. Да, патроны, да, можно было не брать. Ну, я всю скорость потерял. Ну, что ж такое? Как так-то? Зато надежно, москаль. Надежно скорость потерял? Надежно прошел. Это самое главное. Для них, ну ты вспомни себя. Может быть, у тебя, конечно, не так было, но я уверен, что у большинства это именно так работает. Чтобы видеть, по крайней мере. Куза скинул! Чтобы для себя видеть результат, нужно проходить чисто стараться. Просто чисто, даже если где-то медленнее. Это принцип всего. Так. Но он вроде не падал ни разу даже. Ну, ну да, типа, то есть, мультик упал. Вроде, ну да, чистенько. Старт Нео Эдик, большой молодец. 1.03.6 Дукач из УА. О, на 10 секунд на 10 быстрее. Секунд быстрее. Давай посмотрим. Полей. Ну-ка, Дукач, Дукач. Есть ли где-то тут что-то интересненькое для нас? Ну, вначале вроде скорость, набор скорости получше. Да, чекпоинт получше. Кнопки сделал с первого раза. Ну, типа, уже видно, да, наглядно, где быстрее относительно предыдущего тайма. Да. Тоже немножко, видишь, надо собраться мыслями. Такие, типа, вода. Типа, вот, надо им прям... Надо просохнуть после воды. Да, да, да. Ну, ты правильно сказал, как в последний путь, я потому что думаю, что там бывало падали многие. Ой, прыжок не нажал, ну что это такое? Может, перенервничал, может, еще чего. Ну, блин. Не знаю. Ну, слик уже одну кнопку уже получше. О, не врезался. Ой-ой-ой, хорош. Ой, я врезался, могу присесть в конце. Ну, не сообразил. Или не захотел. И пешком дошел до финиша. Или ты не знал, или ты не мог. Да-да, только я не помню, где это было. Что это было? Это ролик там, короче, мент, который... Менту звонит его, как бы... Сотрудник, или типа... Я просил мне не звонить, или ты не знал, или ты забыл. А, да-да-да, я помню. Да-да-да. Что-то такое там, типа, старый. Саня, давай, типа, давай по новой. Что-то там такое. Нет, это другое. Нет? Это Мишаня, давай по новой. Нет, это не то. Короче, старый масс, лет 20, наверное, все, давай, жмем дальше. На 400 побыстрее сделал 720. 1.3.2. Плей. Миша, все херня. Ну, тут преджамп такой условный получился. Предыдущий был лучше преджамп. О, на... крест-накрест сделал. Фига. Забавно. Ну, видимо, у него, ну, как бы он увидел. Вот если он увидел заранее, что он врежется, и решил, ну, принял такое решение свернуть налево, это вот это респект. Если осознанно это сделано. Даже если не осознанно, все равно респектуля. Он нашел как бы стопроцентный вариант, как ему поступать. Не, ну тогда нет, тогда он потерял время, получается, если неосознанно. И, ну, типа, если заранее. Ой, что он... Лол, что? Смотри, что он делал. Жесть, что? Он, короче, он расстрелял все патроны? Лол, жесть. Видел это? Да. Очень странный человек. Жесть, вообще. Ой, на слике хорошо набрал, кстати. Неплохо. Ну, типа, говорит, я, конечно, машинган засрал, но слик, я пройду норм. И он в конце вроде даже как специально потерял скорость, чтобы... А если бы он прыгнул, он бы врезался в рампу, как, ну, как да. Предыдущий игрок. Вот это да, тоже, да, кстати. Да. Опять же, если осознанно, то респект. Просто сложно говорить, когда, ну, смотришь последние места, там говоришь, что типа осознанно, неосознанно. Вот. Ну, здесь такое. Точно осознанно, кажется. Ну, похоже, кажется, что да, да. Так, дальше. На 7 секунд. Ну, на 6 и 3. Я так 6 понял. И 3, да. Да, 6 и 3. Да. Геймрок из Беларуси, 56.9, первая демка из минуты, плей. Такой большой достаточно отрыв, 6 секунд, это прямо... Ну, это много.
Ну-ка, боковыми. Боковыми, геймрок. Ну-ка, ну-ка. Так, работаем ручками, работаем. Поплавнее, кажется, прошел, чем предыдущий. То есть, ну, уверенно, скажем так. Ну, это мой ездюк, вообще-то. Ты его обучаешь? Чуть-чуть. Я ему просто говорю стараться лучше, и он старается. Ну вот, он сразу в воду падал. Здесь все, в принципе, неплохо. Быстренько там пробежался. О, не потерял на кнопке. Хотя, казалось, прям впритык стрелял. Собрался с мыслями такой: последняя, давай, 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 Андрюха, я смогу, давай. Сам сядом, пободри, по щекам похлестал. Ой, красавчик, лучше. Ай, врезался, не присел. Ой, ну блин, ну, ну кстати, выглядело, как будто бы он не должен был задевать. Ну, походу, да, мне тоже показалось, сейчас люди-то прям чуть-чуть там пикселек задел. Так что... Либо маппер не очень. По-моему, нет, по-моему, там ровная рампа. Видимо, все-таки задевал. У нас распознан лжец из Южной Африки, да? Это Южная Африка. MSN. South Africa. Да. 56.1 на 800 побыстрее, чем геймрок. Блэй. Просто это русский братан, братишка, который говорит, что он африканец. Очень странный человек. Что там, Лик был? Кто? В списке игроков Лик Тор. Это Лик? Все, думаю, знают и все прыгали на картах Лика. Они так и называются. Лик тире и какое-то название. Так, кнопки достаточно быстро. О, он прыгал в противоположную воду, то есть он как-то тоже из угла в угол. Интересное решение. Так. Ну да, пока все пройдено очень даже хорошо. Интересно, этот ребаланс после кишки многие находили? Ну вот кто-то там сделал, да, было? Рекрут, по-моему. Да-да-да, в ВК3. Но в ЦПМ он более юзабельный. Ну да, естественно. Здесь, конечно, немного завтыкал после того подъема. Ну, и слик... летел чуть-чуть. Слик, опять же, пройден хорошо. Ну да, на этом очень много потерял. Я думаю, если да, бы он... Секунды полторы, наверное. Ну, да. Примерно. Может, одну. Да, ну блин, MSN, давай, старайся немножко лучше. В принципе, очень даже неплохо у тебя все получается. Поэтому не бросай это дело. Если мало ли у тебя встретятся какие-то трудности, сразу пиши мне, либо москалю, либо любому другому чуваку, которого увидишь. Мы тебе обязательно все поможем. 54.7 перебил на полторы секунды практически MSN-а. Майзен, Имыч. По-моему, кстати. Римыч, да, Пумбыч. Это все Pumpy 4 Play. Это все Enter придумал прозвище? Ну, Pumpy 4, наверное, по-моему, я придумал. А вот Пумбыч, это типа, да, Enter читал. Жесть. О, через V зашел, а потом через D. Ой, врезался. Ну, потерял вместе у псов. Ничего страшного, значит, где-то... Не показался ли там Спанч Боб в трубе зеленый? Это Тимбл там играл, да. А, да, жесть. Вот, да, это Спанч Боб вроде, нет? Или из Саус Парка. Да, о, е. Такой голос. Жесть. Так что да. Ну, пройдено вроде как. А, я знаю, он, скорее всего, на слике лучше сделал. И вот здесь вот он сразу... Ой, циркл странный был на последнем этаже. Да, но тем не менее прошел побыстрее. Здесь все порезче. Так, слик одной кнопкой. Молодец. 1700. Ну, скорость похуже, 1700. Чем предыдущий. Ну, не то, что он еще и досликать умудрился. То есть это тоже, я думаю, стоит отметить. Так что Римыч большой молодец. 54.7. Красавчик. Улмвар 52.1 на 2.6 побыстрее. Из России. Лей. Кто это такой, говоришь? Улмвар. Удмуртская легальная метрополитеновская война. Прыгает он за орба. Не потерял. Респектуля тебе, как бы. Ачивка там. Ачивка Фарастаха тебе ждет тебя, братан. А, у меня маракасы играют. Ну, типа. А, ну да, у тебя. Ой, сделал орб для лохов у тебя. Да, вот это, кстати, очень хороший мув. Вот за это можно. Ой, сократил уголок, вообще красавчик.
Блин, не засал. Не засал и подкатил, что ли. Вот красава. А, я зачем-то прыгнул после лестницы и не сделал циркл, потерял на этом. О, волслик, неплохо. Ой, очень даже, очень даже. А, я чуть-чуть не долетел, малость. Блин, ну 2000 стало быть, там надо. И в конце что-то он не стал стрейфить. Через В я набрал 320, а стрейфить не стал. Ай да горит, я вас и так перебью. И тут же его и фреймит его, грубо говоря, Сити Хабиб, типа, ай да, а я тебя и так перебью. И сейчас посмотрим, как он его перебил. Сити Хабиб, 52.0. Ну типа да, вот реально, если бы он стрейфил в конце, он перебил бы Сити Хабиба. Прям, да, плей. Серьезно? Обращаем внимание на мелочи. Конечно, это дает на дистанции все, конечно. Так, Сити Хабиб. I will try talking you if you finish. О, неплохой у него снайпинг, кстати говоря. Ох, он долетел. Not bad snapping. Good button work, but why are you here stopping at double jump? Oof. Very nice. Double jump is good. Double jump. Еще один. О, кстати, плюс 1.4 от меня. Yeah, it's good. But ammo it's not important. Maybe you know. Okay. Maybe I don't know. So ой, в конце врезался. Almost good slick. Why чем прижался? Why don't reload your demo? Maybe you can beat that shit. But actually good move with double jump when you playing with water. И, короче, поехали дальше. А то я слишком напрягаюсь. Устал после работы, я не хочу. Не напрягайся, тоже устал. У меня сейчас из ушей уже слезы потекут. Плюс 500 сделал хулиган, перебил Сити Хабиба. Вот унгутуцев война, да? А вот пуст изгой, смотри. Да, он вообще не очень. Нгодовцы вот здесь сидят, а пуст такой изгой. Я, говорит, не с вами, пацаны, я вас не знаю. Мы таких чморили всегда. Плюс 500 сделал хулиган плей. Он сейчас в чате сидит. В каком чате, я не знаю, чем. Да. О, прожал хороший по траектории, но скорость почему-то не набрал совсем. Потом. В итоге потерял много на этом. Зили Джен. Дабл джамп не делал. Да, ну не с этих. Да, ну с этих Хабиб, блин, это очень круто было. Very nice move, City. Тут уже 3 секунды от Сити Хабиба отставание. Да, ну вот за счет дабл джампа он очень много выиграл. А если бы он еще и не врезался на слике. Ну да, смотри, сейчас он не врежется, хулиган, и скорее всего перебьет из-за этого. Сейчас мы видим. И раньше вроде как даже сликать немножко начал. Да, здесь у хулигана все четко. По заметкам Вуди, так сказать, все прошло. Что-то они в конце не хотят падать по дуге и не, ну, типа, чтобы скорости по итогу было больше на финишной прямой. Видишь, какие ладно. Ребята. Как вот с ними быть? Как их ругать? Как? Они же мне все как родные. 2 секунды почти отжал. Ну, Димона поругаешь, в принципе, чё? Ой, пардон. В принципе, там есть на что поругать. Ну, это мы разберем сейчас. 49.7 бак из Канады. Перебил на 2 секунды почти хулигана. Лей. Итак, бак. Что же ты нам покажешь сейчас? Неплохой преджамп. Not bad. Not bad преджамп, бро. You are okay, you are okay. Call 9. Удалетел. 1-1. Красава. Очень пока сильно. Один упс получил перед обом и сбросил его. Красавчик. Почему нет? Хорош. Ачивку сбросил один упс перед обом. Нормально. А чё, надо веселые ачивки придумать. Димон там записывай, потом решаем, что добавлять. Ну, цирк слабый, конечно, получился. Можно получше было. О, зато драмбой долетел хорошо по спейсингу. 2200. Вообще красавчик. Уф. А, я так и знал, что врежется. Блин, ну как так? Ну блин, ну бак, ну это что за фигня? Ну, Pretty nice. Ну там явно видно было, что врезаешь. Ну присядь ты.
Или скорость подсбросить, что ли. Он присел и не заметил. Диман записал. Я прям чую, прям сейчас записал. Заметки себе, блокнот. Не-не, он, короче, поздно присел, по-моему. Но надо было сбрасывать конкретно скорость, он, потому что в любом случае мог врезаться, даже если бы присел. В общем-то, Бак молодец, в принципе, прошел начало очень даже хорошо, но то, что врезался, это, конечно... Ну, блин, ну почему не перепройти карту, ну, блин? Ну, в чем проблема? Какие косяки надо перепроходить? Не знаю, мне не понять, я старый уже. 2 и 4 сделал быстрее 667 из Польши. Лей. Realm 667, кстати. Я тут, пока записывал обзор, все узнал. Там на самом деле нет порнухи, там моды для Дума. Так что, кому интересно, зайдите, посетите этот волшебный сайт. Реклама проплачена, все хорошо. Скорость очень хорошая. Неплохая скорость вначале, вообще круто. Может, это и есть Димонор какой-нибудь прыгает? Тебя фиг знает, используешь. Перед обом хорошо набрал скорость, не терял вообще времени на это. Ну, очень хорошо долетел. Вода медленная, по-моему, была. Да, вода медленная, еще плюс там прыжок сделал, много потерял на этом, еле-еле долетел до патронов. Ой, циркл делал на патронах. Такое. Тратил время, стреляя под себя, хотя, как я и говорил, можно было просто стрейфить и в конце просто стрельнуть. Так, почти долетел. Ой, до думал, что долетел, а... И вот сейчас не врежешься. Ей не врезался, и все, да, nice. Красавчик. Просто красава. Так, далее. Кипиш перебил на 60, зафреймил 667. Очень-очень интересно. Челябинский, значит, братишка. Лей. Че он Челябинск маленькой буквы написал? Почему, че? Челябинск маленькой буквы написал. Не уважает. Ну, видишь, он сам динозавр, типа. Откуда он знает, как по-русски там пишется, у него свой там динозавривский язык. Ну, начало похуже, чем предыдущего. Но зато даблджамп сделал. Е-е-е, даблджамп, это очень хорошо. Хорош кипиш. Срезал уголок, да. Ну, стрейф надо поработать над стрейфом, все равно. Они все, у них одна в целом ошибка, они не дожимают худ. Они начинают суетиться, как будто бы, и менять сторону раньше приземления. Кстати, к слову, у него сейчас включены овербаунсы, а он овербаунс так не использовал. И, в принципе, он мог бы отключить овербаунсы. Вот это такой ему, так сказать, минус. Думаешь, минус? А чё нет? Не знаю. У него даже, кстати, Челябинск. Он даже говорю. Челябинск не уважает. Он думает, что твое мнение уважать будет, что ли? У него серию тайм, он как зашел, с первой пытки прошел, у него было 0 минут. Он, скорее всего, как зерк может делать сервер рестарт и все. А, да. Ну, блин. Ай-яй-яй. 44,4 на 3 секунды практически. На 2,8. Икарус. Темная лошадка. А Икарус, кстати, это что? Это меч? Что это, по-моему? Что это Икарус? Ты Икарус? Компетентен в этом вопросе? Это не птица случайно, Икарус? Что-то такое, Икарус. Нет? Советская Икарус. Птица? Советская я птица. Я не знаю, Икарус, что знакомо. Либо машина какая-нибудь. Тут слово очень знакомое, не помню, что это. Советская птица, это нам подсказка. Это отсылка к какому-то старому дефрагеру. Надо будет подумать. А пока давай посмотрим. 44,4, play. Икарус. Икарус. Я знаю, такой меч вроде какой-то был, что ли? Птица, да, вроде тоже. Икарус. С Млечного Пути какой-то загадочный. О, сейчас опять будем это Крейга змить. Ну-ка. С даблджампом. О, какой красавчик. Как это, знаешь, девчонки, когда поют, чувствуешь тебя. Ой, крутяк. 1000 скорости, здесь все очень хорошо. Сразу почти делал серкл. Серкл можно было бы и получше. Фейк хороший придумал, а серкл говно. Ай-яй-яй, Икарус. 200 здесь. Немножко подсбросил, большой-большой молодец. Но 1000 всего лишь с рампы. А вот предыдущий твой оппонент, Икарус, кипиш, сделал 1200, между прочим. Посуди сама, считай.
Но, ну, да. но прошел очень даже хорошо. Если он действительно играет с августа, как он говорит, он делает очень большие успехи. Успехи. И успехи. Даже с какого августа? Уже считай, он сказал, он, с августа месяц играет. Не играет. Месяц играет. С Arctic КВ у него, говорит, первая демка он прислал на Arctic КВ. Это он во время он, обзора не шепнул. Он, наверное, до этого либо в Quake играл, он типа, что фигня, меньше месяца так играет. Ну, короче, Икарус, если ты вдруг смотрел даже какие-то туториалы, напиши об этом в комментариях. Мне очень интересно, на самом деле, как ты вдруг вырос. Пуск перебил ровно на секунду. Ровно прям вот унизил, я тебе, говорит, Икарус фейк, да? Да я тебя сейчас на минуту ровно перебью, понял? Ты видел, как у меня скиллуха, говорит. Давай посмотрим, плей. Пузом просто его бахнул и на секунду отлетел, представляешь? Вообще жестко. Какое пузо, точное пузо. Ровно на секу. Так, ну, делать кстати... через бок. Да, ну, кстати, скорость хорошая. Очень даже хорошо все по стрейфу у него. Это даже приятно видеть. Ну, дабл джамп хорошо получился на хорошей скорости. Очень. В кишки очень... наврезался. Ну, блин, до этого он очень классно прошел. Прям вот реально, мне очень понравилось. Очень гладко, все чистенько. Стрейф тоже в целом хороший. Больше, чем 1100 почти на этих лесенках. Можно было бы там и не прыгать, кстати говоря. И здесь у нас тоже очень даже достаточно такой хороший стрейф. Давайте я снапзоны вам включу. Ну и через лево зачем-то делал, хотя можно через право. Да, тоже через пришлось тут немножко подбросить. И, блин, ну на рампе. Кипиш пока 1200 самую быструю рампу сделал. Чего ну... не падает так, блин, как-то странно, непонятно. Еще как лохи, да, какие-то? Да не говори. Ну, вот такие дела. Ну, пузо, да. Мне жалко стало, почему-то пузо. Да не, нормально. Да не, да пузо, мы тебя не жалеем, что ты, соберись там, вот это все. Ну, в общем, пузо большой молодец. Мне понравилось очень место, где он на воде проходил. Ну и Эвенджер перебил пузо на 200, на 250. Давай тоже посмотрим. Лей. Он же Роди, он же... Друг Веспа, якобы. Но они там с Веспом что-то мутили. Там свои советские мутки. Тоже через бок проходил вначале. Угу. Вроде продолжает. Кнопки, по-моему, медленно сделано. Демками своими. Тоже дабл джамп. Здесь все хорошо. Не, мне у пузо понравилось. Он прям так, знаешь, как будто бы нон-стопом прямо. Да. Е, хорош. Ой, вот это топ, блин, ему так много дал. Но он не реализовал совсем, он потом стрейфить перестал. Да. Из-за того, что под себя стрелять начал. Но хотя слип через право делает. Красавчик. Ну еще бы, ну блин, вроде... О, как он сделал! Прямо так... Почти коснулся. Это такое просто, я не знаю, это реально очень круто. Вроде ну, ты, лучше бы он выше прыгнул, чтобы удариться в рампу. Все-таки это в минус ему пошло. Крути. Ну, понял, да? Да, да. И так, топ-3 у нас начинаются демки. Zorn 42.4 практически. Black Dynamite from France, считай. Да, на 800 быстрее. Да, на 800 побыстрее. Давай посмотрим. На канадском ой, сервере. Ой, джамп уже хороший. Да, прижам. Ну, Зорн. А? Минус прыг. Сделать минус прыг? Нет, не сделал. Ну, такой. Не самый лучший минус прыг. Там, ну, я как говорил, у него очень вариации. Хороший стрейф. Мне его стрейф нравится, он реально сильно стрейфит. Свои худшие эти... Овербаунс. Тоже он срезал. Ой, красавчик, вот это вообще. Вот это жесткое исполнение, овербаунс. 1160 на лесенках. Здесь все очень быстро. Но я говорю, он сильно стрейфит. Как бы спорить бесполезно, и ты так видно. Слик тоже очень качественный. Но по скорости, через лево. Конечно. Но зато 1300 на финише. И это очень хорошо. Может поиграть эту карту, блин, сейчас? И что-то... А нет, зачем? Это, как будто бы такая прям хорошая, что ли. Или кажется. Начну играть, скажу, что-то за говно, давай next. 41.9, второе место. Tefex из Чили. Давай на 400 посмотрим. Быстрее. Да, на 400 быстрее. Плей. Вот тоже зачем с овербаунсами играет? А, он, по-моему, овербаунс так и сделал. Хотя, возможно, сильные игроки специально играют с овербаунсами.
О, сделал этот минус прыг сложный, о котором я говорил. А ближний даблджамп. Я, к слову, вербалансов, типа, сильные игроки, типа, думают, что вдруг сделают вербаланс после кишки, да? Ну, не сделают, так не сделают. Типа, ну, понятно, да, почему с вербалансом. Логично, да. Поэтому таких игроков за то, что не выключают вербаланс, ну, типа, ругать, в принципе, не за что. Но он даже не пытался сделать этот оп, поэтому поругаем Temfex. Можно поругать, да. Temfex, so bad playing. I don't know, bro. 2606, ой, красавчик, финиш отличный. But your finish, ух. Oh, my heart, huh? It was pretty good. But Tutti Frutti will be better, a bit better. Try hard, Temfex, bitch. 41.6 сделал Tutti Frutti, но 300 перебил Temfex, и мне прям не терпится уже запустить и посмотреть. Из Hero, Tutti Frutti play. Сейчас я его покритикую, посмотрим. Ну-ка, сейчас я его тоже покритикую. Давай я начну. Давай. Так. Прижам хорош через волстрейф. Давай, говорит, покритикую. Прижам подожди, хороший. Подожди, подожди. Минус жам сделал, все хорошо. Хороший минус жам, да, по... здесь пока не докопаться. По зонам ориентируется хорошо. Дабл джамп на 550 нормально. Здесь тоже быстрее все сделал. Да-да-да, хорош. Вода чуть медленно прыжок, дабл джамп. Ну, эрбаунс не делал. В принципе, стрейф хороший, ну... Ну да, без оба, конечно, плохо. Ой, плохой циркл получился. Ой, через... Ой, ну здесь вот очень медленно. Мог да, быстрее. Начал хорошо. Мог быстрее. Ой, реально не долетел быстрее до рампы, ударился. 2560 всего лишь. Но финиш самый быстрый финиш, да, самый быстрый финиш, по идее. Ну, блин. Ну, говорю, завернул по спирали в воздухе, это гораздо эффективнее получилось. Молодец. Ну, пройдено прям вот очень хорошо. Ну, финишная прямая засрана. Ну, блин, а ближний даблджамп делал ящик. Плюс не долетел, ударился до слика. Ну, короче, такой Димон. Да. Ну, в общем-то, демки очень даже порадовали. Я думаю, что в следующих обзорах будет намного веселее. И уже игроки с каждой неделю будут себя проявлять лучше и лучше. Я прям реально хочу в это верить и хочу это видеть. Сейчас я посмотрю на ваших же глазах. ЦПМ, значит, у нас в онлайне Индер 40.5. К слову, от Димона это почти секунда. Точнее, 1.1 лучше, чем Димон. Это ЦПМ. То есть он где-то, значит, посрезал. Ну, в принципе, есть где, да? Как бы Димон закосячил там в некоторых местах. Я думаю, что есть где вот эту секунду срезать. Да, конечно, там эрбаунс, во-первых, и финишная прямая гораздо быстрее. Да, 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 согласен. Должна быть. Так, и в ИКУ-3 это у нас Dex 52.2. О, Кет перебил Декса! То есть у Кета действующий сейчас мировой рекорд 52.1. Кет, you really nice. И вот это все. Видимо, никто эту карту не хотел играть совсем. Да. Жесть. Ну и вот, в общем-то, вам страница самого варкапа. Такие вот рейтинги получили игроки. Здесь можно перейти на каждому профиль. Ла-ла-ла, тра-ля-ля. Следующий этот таймер до следующего варкапа. И, собственно, все как обычно. Почаще, кстати, заглядывайте на DFComps. Скоро будут очень важные анонсы. Очень. Да. А пока что я предлагаю тогда закончить с этой карты. Ютун большой молодец, что замапил такую интересную карту на самом деле. А, еще и, кстати, непринятая демка от NeoEtica есть. Но он 1.33. Да, последнее место. Там рандомный оп на последней рампе. Да, так что... Каким чудом он его словил вообще, жесть. Ну, это надо быть просто талантливым человеком. В общем-то, на этом, я думаю, все. Так что... Пишите обязательно комментарии, передавайте приветы маме, папе. Мы обязательно зачитаем в следующих обзорах это все. А пока все. Всем спасибо, всем удачи, всем да. Пока. Всем пока.